О пожаре на переулке Широком огнеборцам сообщил тревожный голос. Дом вспыхнул, словно спичка, сказал очевидец, замкнула проводку. Еще в 10 минут не было вообще дома. А в доме кто-нибудь находился? Да, сын находился, жена его и дочка. Успели выбежать? Да, они, ну, дочку разбудили, успели. А я в это время уже на работу уехал. Мне уже позвонили с работы. Когда на место ЧП прибыли спасатели, валили клубы дыма и подымались языки пламени. От крыши не осталось и живого места. На этом переулке до сих пор чувствуется запах гари, а пожаре напоминает обугленные бревна и насквозь прогоревшая крыша. На Кирова хозяева тоже подсчитывают убытки. Позапрошлой ночью лишились бани и гаража. На оперативных кадрах видно, как огонь беспощадно свирепствует и превращает постройку в пепел. Словно эпизод из триллера. Сотрудники МЧС спасают дом и сарай. Наиболее вероятная версия возникновения этого пожара связана с нарушением правил эксплуатации печного отопления. Данная причина является одной из распространенных по нашей стране и больше всего обостряется в период зимний. Также летом, когда активно используют бани и сауны. Деревня Ломы, вечер суббота. Баня загорелась из-за неисправной печки. Теперь крыша деревянной постройки похожа на решето. Потолок и стены надо ремонтировать. В Слободе все тот же сценарий. Баня, ночь, печь. Сотрудники МЧС ликвидируют пламя и спасают от огня рядом стоящий дом. Все истории заканчиваются хэппи-эндом. Пострадавших нет. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск 360.